Разогревайтесь, разогревайтесь. Сейчас я вас... Все, поехали. Пошли. Раз, два... Пошли.
отсюда сделать, движение делать. Раз, два и три зацепки. То есть шаг вперед. Обычно что? Делаем через плечо, и он зацепляет, вы его зацеп делаете. Сделайте раз, два, ноги скрестите. И затем раз, зацепите. А так как у него колени должны быть расслаблены, то есть он просто ногу переносит весь, и все, нога болтается. Пошли. А пусть делает на другую ногу. Другой ногой делает. Денис. Раз, два, три. А ты делаешь сюда. Матея. Бросок через плечо, классический захват. Хочу следить. Поджимай. Через плечо. Нет, крючком, крючком, только крючком. Вот, как Дарин. Как Дарин делает. Классический. Красавец Буту. Пока лучше всех. В другую сторону. Ты делаешь, что можешь. И не спеши. Потихонечку. А остальные все работают. В другую сторону. Пошли. Не обязательно. Пошли. Два. Три. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Девять. Десять. Делал второй номер делает. Поджимай. Сейчас я беру отворот против партнера, берется отворот. Я правый, он левый. И подворачивается первый номер, потом второй. Первый, второй. То есть захват меня. Покажите, покажите. Смотрите. Смотрим. Одной рукой держим захват. Одной. То есть как? Ты правый, он левый или наоборот? Только одной рукой. Честно, одной рукой держи. Неправильно. Как ты подвернешься, если у вас так руки? Вот. Чезар подворачивается, выходит, теперь Андрей подворачивается. Вот сейчас ты правильно. Сюда нельзя оставить. А что? Так, пятый дом. Да. Пошли. Учеполи, пошли повороты. Эй, через плечо. Взяли другими. С другой стороны взяли захват. Вот смотрите, мы же делаем сколько? Две недели делаем. И вы, блин, все. Такое впечатление, что вы как новички, блин. Не знаете, как делать. И как, вот что это за захват? Вот так бывает захват. Вот за этот захват, вот за этот захват. За этот шина. А ты уже берешь. Вы. Если ты здесь правый держал, он левый, то с этой стороны, наоборот, этой рукой, он одной рукой. Право подворачивается, лево одинаково. Поджимай. Есть, значит так, сейчас первый номер делает один раз вправо, один раз влево.
бросок. Или просто лучком. А чем бросок, если мы делаем лучками, блин? Я представляю, как тяжело вашим учителям. Если вы учками делаете, чем броски? Я скажу, броски. Учками делаем. Первый номер, право-влево. Через бедро. Ну, покажи. Я его... Это через грудь. Он заднюю подножку, а ты через бедро. Разворачиваешься. Можешь за шею взять. Раз. Оп. Вот так. Еще раз. Вот так. Пошли. Так, ты отдыхаешь, Георгий, иди к занятым. И за, он сзади, ты бросок через бедро. На него животом ложишь. Показал и разворачивайся. Показывай бросок. За шею возьми. Еще раз показывай. Смотрите. Надо прыгать здесь. Взял захват, раз показал, а ты уже должен разворачиваться, руку вот тут, потому что разворачивайся, все, и убрал ногу и лег ты животом, все, пошли. Ну? Даник, покажи заднее, он покажет, то наоборот, пусть он тебе другой ногой заднее делает. Даник, поменяй захват, захват поменяй, нет! Ну поменяй, ну, блин! Да. Покажи, а ты разворачиваешься. Только, Даня, сам ногу поворачивается, убери ногу, чтобы животом лезть. Так уже надо, уже поздно. Тут уже второе место. Вот только он начинает, уже поворачивается. И уже развернись, вот так. Маты поменялись, второй номер. Я показываю заднюю. Вы показываете через бедро. Нет, пусть Даник показывает тебе заднюю, а ты покажешь через бедро. Ну. Вот. Он должен то, посмотрите. То. В борьбе будет так. Он взял захват, и вы видите, что захват сверху и за локоть, что готовит заднюю подножку. Он только подумал, а вы уже его бросили через бедро. То есть он взял захват, он только начал идти туда, ногу начал, только начал. А вы же раз его и бросили. Понимаете? Дальше, пошли, пробуем. А для этого как ноги должны стоять? Ножки вот широко должны, и вместе, как будто вы в туалет собрались, блин. Даник, это что, задняя? Даник, эй, эй! Ты красавчик. Поставь ногу, все. Посмотри на тебя. Нет, я того не знаю. Поставь ногу, поворачивай. Поставь ногу, поворачивай.
Ярослав. Эй, мои тирани, мои! Дай ногу, поставь ногу. Поставил? Что, не можешь развернуться, не можешь развернуться. Оп, и подняй. Вот так. Матео, сейчас особо развитым пацанам. Чувствующий лапу. Вы просто решили. Вот. Посмотрите. Что вы смеетесь? Вы когда делаете, блин, смотреть тяжело. Смотрите, я раз делаю зацеп голени, ногу убираешь назад, 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 разворачиваешься, показываешь через бедро. Еще раз. Что ты вот так вот стоишь? Стой прямо. Эй, еще раз. Раз. Разворачивайся. Что ты мне вот сюда ставишь? Вот сюда ставь. Ноги согни. Пошли. Смеется. Ну-ка, нога болит, он смеется. Разворачивайся. Георгий, убирай ногу. Эй, блин, я в шоке с ним. Вот дерево, блин. Пацаны, вас папа не папа Карло, блин. Развернись. Вот, покажи лицо. Раз, показал. Ну, покажи, поставь ногу, оставь. Убираешь шоу. Руки, разворачивайся. Раз и поднял. А ты посмотри, как поднимаешь. Наклонись еще. А ты вот так поднимаешь. Поэтому ты пью головой. Пошли! Блин, по 5-6 лет они могут сделать. Ну, убирай ногу, разворачивайся. Спасибо. Дай. Раз, ножичек, не становись на ногу, покажи, стой. Для того, чтобы потом встать. Менялись? Нет. Вы меняетесь. Второй номер. Пошли. Георгий, посмотри, я тебе покажу, как ты делаешь. Значит, тебе делают, ты убираешь ноги. Вот, молодец, бутылку умница, не зря ты первый был. Ну вот, посмотрите, вот сразу вот он делает, блин. Все думают, он делает. Красавчик, блин. А можешь через спину с коленом? Только когда делаешь этот дрин, делаешь, потом лучше в голову не дашь, ножки пошире. Раз. И с колен. Да. Ноги шире поставь. О! Красавчик! Посмотрите, эй! Друзья, посмотрите на ту пару. Посмотрите. Еще раз, пожалуйста. Посмотрите. А ты не можешь сделать? Нет, я не могу. Я второй место. А, ну. Все. Сорок матери. Итак, коронный прием, который вы делаете. Не знаю, что хотите. 30 бросков, первый номер. Готов? Поменялись. Так, Даник сел. Георгий, ты делаешь через бедро.